Всем привет, с вами я, Генрик, и со мной сегодня в Танки Онлайн играет Герман. Всем привет. И мы сейчас в гараже находимся. Я вот не знаю, что взять. У меня выбор вооружения большой. А у меня маленький. Угу. Это все мне досталось из-за того, что я еще играл в старом. В старые танки. Там у меня кристаллов была куча. Слушай, а как вот... Тут можно как-нибудь уровень повысить за кристаллы? Да. А как? А, можно было когда-то. Сейчас нельзя уже? Тогда посчитали слишком читерным. Вот взял, вдонатил и на тебе последнее звание. Да блин. А фриз купить? Не, не варик? Что тут у неё? Что-то не... Шафт. Так, погоди. Что у нас? Рельса у нас бьет 52-78. Шафт 20-28. 17 секунд. Что-то долго. Я на шафте буду. С шафтом будешь? Да, и поменяю так красочку. Содраник. Слушай, может викинг купить, а? Не, викинг на двойной. Смотри, диктатор посмотри, и викинг посмотри. Диктатор по всем параметрам. А титан? Титан... Или, знаю, или титан Хорнет. Слушай, а Хорнет? О, Хорнет норм. Ну, ну все, тогда покупаю Хорнета. Так, купить, да, Хорнета. Все равно кристаллы сейчас уже тратить почти некуда. Потому что сейчас за них уже ничего не купишь, можно сказать. Итак... Я, вот у меня уже сразу поставился Хорнет. Сейчас я гляну, васп скорость метров в секунду. Не, васп самый скоростной. Но этот уступает ему только на 5 единиц, зато брони больше. И поставлю... Можешь шафт поставить на него. На Хорнет? Да. Не рекомендую. А что лучше поставить? Ну там можешь изиду, огнемет, либо... Смоки сам ставить. А этот? Рельсу, короче. Рельсу не? Вот рельсу тоже, рельсу норм. Харизельса это одна из это дуэлей проводится такая. Ну окей, тогда пусть с огнеметом я тогда не буду. Или может, слушай, может грома лучше? Ну гром тоже может, гром норм. Вот гром с Хорнетом норм. Все, давай. Все, вот мы экипировались. Гром, вся фигня. Не, все-таки краску не буду менять. А мне, по-моему, не... О, так сейчас гляну, сколько краска стоит. О, я все равно сейчас что-нибудь поменяю. Металлик вот за 1000 куплю. Че он хоть дает? Ну, что-то дает тут, ну, ничего страшного. Во, классно выглядит. Так, я уже карту нашел. Так, о, тогда не будем обрезать видео. Так, какая карта называется? 2042 СТФ. Все, окей, за кого заходим? За синих? За синих. Все, давай, поперли. Пошли нагибать, короче. Да, по-любому. Так, звание, звание. О, у меня вот где. Черт, мне. А, но я все равно столько играть не буду, ты же. Все равно забросим. Ну, качаться не. World of Tanks вот там будем уже играть. Нормально. Посмотрю. Да мне еще, что мне тогда, дядька тоже играл, говорил, что классно. Блин, через 20 секунд конец боя. Да ничего. Так, ну мы все равно успеем понагибать немного. Я уже двоих понагибал. Ну ты просто раньше зашел. Ща я тоже успею, наверное. Ща, нет, я не успел. Я мог бы получить интрисик, если кого-то бы убил. Если бы. Yes. Вы знаете, давай, бах. Yes, либо. Все, так, гоним, все. Гоним, гоним. Все. Я занял свою позицию, короче. А я не знаю, где моя. Я на этой карте еще ни разу не играл. Сейчас буду искать, кого гасить.
тушить будем все. До свидания. До свидания. Ух ты, я двоих убил уже. Так как так? Опа. Я еще ни одного не видел. Опа. О, вижу. До свидания. На, два раза вот стрельнул. Я не такой. Три. Ай, меня убили. Раз. Жрать там. Два, готово. У меня один выстрел остался, и все, и я сплю. Бах! Пушка вам. Бабаха нет. Бах! Эх, я не успел. Вот 20 я очков. Кого-то успел плюхнуть. Своим шафтом. А ты с огнеметом гоняешь? Нет, я шафтом гоняю. Вон ты какой. Да у нас рикошет на блойд толкает меня. Ух ты, тут нас рикошеты гасит. О, лошарка какая-то сейчас меня завалит. Блин. Не, чё-то я не умею играть с громом вообще. Может надо... Ну ладно, я эту серию с громом поиграю, потом огнемет поставлю. С громом у меня просто вообще как-то... Шестерых. А? Шестерых. Ты шестерых убил? Угу. Я только двоих. Ну так нечестно. Вон они там в тоннеле сидят, гасят нас. Сейчас я... Шестерых. Допинг. Бабах. Бабах. Я еще двоих с допингом гасанул. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. 8. Ах, кто здесь еще есть? Нагибаем, короче. Нась. О, Изида ко мне едет. 9. Нет, не доедешь. Ха, прям возле кристаллов убил. Пошла вон отсюда, мои кристаллы. Я тут батя. Я тут втащил. Ай, промазал. Промазал. Нет. Я ща отсажу от грома. Знаешь, что самое фигово, когда вот стрельцы стреляешь и когда промахуешься? Вот это вообще. Меня второй раз угрохали. Да меня уже знаешь, сколько раз угрохали? Даже не представляю, сколько уже. Три. На тебе, гад. 4 уже. Но зато у меня 8 типов я. Классно. Ого. Так, идем в тоннель. Надо на троечку захавать ядерную бомбу. Ядреный реактор. Да. А еще на громе, ух, какой реактор, это опа, жесть. Опа, нашла в тебе. Это плохо, слушай. Кто тут это у нас? Это норма. Блин. Опа, нашла опять. Гась. Готов. О. Нифига здесь людишек. А, ну это ихняя база. Я думаю, что так много людей. На ихнюю базу приехал, думаю, что так люди на. Есть! Молодец. Давай затащим. Сейчас. Погоди. Иди сюда на дубло. Там сзади. Опа. Меня сзади гасят. А ничего, зато флаг вернули. Вот черти. Мы лидируем. Опа. С тобой, ё-моё. Меня по фрагам обошел. Я нет. Да. Да, ты по очкам выше. Они нас вообще тащат, слушай. Да мне все равно, что ты стреляешь в меня гром. Найс, ух ты, блин. Найс, готов. Вижу. Тихо. Изида. Куда поехал? Ты прям как я. Куда поехал, я и убил Изиду. Тык в тоннель. Кто здесь у нас? О, кто-то есть. Танкую. Ядерный. Танкую как могу, короче. Бах. Ну, у тебя рикошет. Как? Ай-я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 й.
Сейчас бы аптечка мне не помешала. Вот это да, было бы хорошо. Кристаллы, кристаллы. И куда мы едем? Ух ты! Я тоже с одного удара снес. Гад. Я тут сзади с флагом подкрался, они даже меня не видят. В воздухе кристаллов поймать хочу. Бах! И поймал. Бах, еще вот поменялось. 6600 сейчас у меня кристаллов. И а фон битвы 6. Такой неплохой. Это потому что я фон выставил. А ну бомбет. Бомбет. Ну бомбет. Тихо, 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 тихо. А это ты за мной сзади едешь. У меня краска прикольная такая. Чу, мне нравится металлик. А у меня ванильная какая-то. Можно, в принципе, потратиться еще огонь купить. Вообще классно тоже. Лаву? Да. Да ну, ну гарная какая-то. Фриза только. А фриза в минимум. А, ты это слышал? Да. Кто-то сигнальнул, да? Просигналил. Ну, мы вдвоем едем территорию защищать. Так, стоп, вижу цель. Я тоже. Стой, стой, давай я доберу, все равно ты плюшку тратить будешь, что ли. Тихо, вон рельсы. Рельсы не трогай. Сейчас меня загасит. Еще один раз. А, я в дерево попал. Если сейчас попадешь, все, вот, труп. Угу, попал, только не труп. Как так? Ну было, чё стреляешь? Так, едем, едем. Ну па. У меня уже счёт 300. Хаваем ядрёное ядро. Кто-то с кем-то гасится, не вижу кто с кем. Чувствую, я сейчас кого-то затащу, наверное. О, васп. Ну, васпа я быстро сниму. На тебе, гад. Офигеть. У тебя уже 320 очков. Угу. Серьезный ты тип. Не, это доигрываю. И на этот танк ставлю этот как он. Блин. Огнемет. Да, огнемет. Я даже тут в кусты полю и попадаю. Убиваю. Иди сюда. А можно рельсу поставить, она тоже гасит нифига. Ну там перезарядка, конечно, вообще жесть. О, сзади Изида, Изида сзади. Насть. Она что-то на месте стоит, ну пофиг. Я загашу ее для очков. Я без прицела шафтом стреляю. Тихо, 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 тихо. Он флаг стащил, я его подорвал. Я его подорвал, его мораль. Да ты что? Ты как так мог? Ай-яй-яй-яй-яй, как меня убили. Ах, не успел еще один раз стрельнуть. Тут, короче, крутое место есть на крыше. Заседать ну, можно? Угу. Только рикошет для этого нужен. Да ё-моё, Гром, уйди. Да уйди. Блин, как он медленно ползет. Иногда аж, блин, думаешь, ну нафиг так, такой оползень. О, наш рикошет пытается затащить вот в эту крышу. Так, ладно, не тру врубим. В принципе, как васп, ну васп, блин, с васпом ничего не сравнить. Васп это вообще круто. О, рельсы промазал, лошара. Ай-яй-яй-яй-яй, я перевернулся, я с крыши упал. Классно, когда не с рельсы целятся, и ты ему в бочину так бах. Mm-hmm. Я так только и выигрываю на рельсе. Меня я когда так делали, когда я с рельсы стрелял, там так матерился. Настя тебе. Мой брат тоже так... О-о-о, вражеская рельса перевернулась. А, ну, ну вомёт. Ну, болелься. Глянь, насколько пальцев вниз. Доставил вражеский. Я же не них ты. Я? Да. На тебя тоже можно палец вниз делать.
Нет, у меня нормально все. Не, это ты не можешь себе. А на мне есть, кстати, палец? Нету. Типа, я не вижу на себе. А, ты на себе не видишь. Хитрожопно сделано. Надо тырить флаг. Ядрёный реактор. Бабах. Я сейчас тырю флаг. Попробуй. Да, я не тебе, если чё. Аккуратно. Да чё аккуратно, я затащил. Вон наш... Ох ты, блин. Всё, дёру даём. Еще раз надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не трогай, не трогай, нет, 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 рельса нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, наш флаг затащил. Наш флаг украли. Командир, наш флаг украли. Я понял, я тут разбомбливаю других лошок. А, я не успею его загасить. Хотя. А, ну не то, что не успею, просто не смогу. 25 убил, 260 очков. Погоди, сейчас я туда сгоняю. Ё-моё. Ладно, я через трубу буду целиться, так безопаснее. Иди туда на флаг, чтобы донести. Я почему сейчас... на флаг? Все там меня и ждут, все враги. Все враги там меня и ждут. Сейчас я попробую зачистить пошел. И флаг вернуть наш, если получится. Почему броню не ставишь? А у меня нет брони. Бах. А заналился уже. Да. Я сейчас попробую вернуть. Да, я вернул. Роман. Найс. Я себя убил, этого убил. Давай флаг ставь. Ой, ставлю. Не боись, поставлю. Давай. Вон как мы командно работаем. Гусеница помялась. Ух ты, сколько кристаллов упало. Забираем. Они нападают, гады. Почему нападают? 4-0 счет. За одну минуту столько флагов никто не затащит. Ну не затащат, но нападают. Да на тебе. Говденыш. Ух ты, я чуть сальто не сделал. О, я на втором месте. В том раунде ты был на втором, в этом я. Иди. Давай, на тебе, понял? Плюшка! Нет, рикошета. Нифига себе, чувак на васпе слетел. Куда? За кристаллом. На крышу упал, зато кристалл забрал. Быстро. Плюшка. 370 очков. Интересно, сколько кристаллов будет? Плюшка. Текс. Плюшка. Переключаемся на третью. Давим. Ай. Ой, я все эти свои. Правильно все прочитал. Тихо. Поэтому подох. Ну вот мое УП больше, чем у тебя. Смотри, сколько у меня УП, смотри, сколько у тебя УП. Ну. Ей, Крис. О, мне 114 дали. Ну все. Эту серию тоже закончилась. Заканчиваем эту серию. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на каналы. С вами были Генрик и Герман. Всем удачи. Всем пока, да.